Сейчас мы с вами разберем три прохода одной на Geeksguard. Так, начинаем сверху из Geeksguard. Вам нужно избавиться от захвата за эту ногу, потому что сейчас он контролирует мою базу и равновесие. Он легко может меня вывести из равновесия, и я упаду. Поэтому вы начинаете с того, что срываете этот захват. Вы берете или за кисть, или за ткань, как вам комфортно. Тянете руку на себя и ногой делаете шаг назад, при этом прячете ногу. Теперь ваша задача опустить на короткое время вес сюда. И ноги его открыть, как будто бы книжку. Левая рука у меня открывает колено в эту сторону, правая рука снимает его пятку. Начинаете снимать, здесь появилось пространство. Мы этим должны пространством воспользоваться. Вы оставляете здесь держать штанину, правая рука идет или в плечо, или в пол. И на короткое время вы поднимаете свой таз, выстреливая. Ваше бедро должно опуститься, как будто бы на лицо партнеру. Вы скатываетесь вниз, накрываете сразу боковой контроль. Второй вариант, если он держит вашу ногу как на ахилл, таким образом. Начало точно такое же, вас держат за штаны, вы срываете ногу, балансируете. Теперь вы работаете с этой ногой. Левой рукой мне нужно найти за сгиб стопы, а правой за колено. Я прижимаю ногу Антона для того, чтобы она вышла и зашла сюда. Дальше я подпираю второй ногой. Теперь вы вставляете левую руку внутрь, грузите эту ногу головой, в голове, и вторую ногу тоже. Вы оказываетесь в такой позиции. Дальше мне нужно перехватить захваты. Правая рука идет на штанину, левая или на пояс, или тоже здесь на штанину. Вы вставляете свое колено внутрь. Когда вы вставляете колено внутрь, вы падаете на левый бок. Теперь самая важная деталь. Как вам освободиться из этого захвата? Если он держит его плохо, чуть ослабленнее держи, то у вас нога сама выскользнет, вы вставите и подниметесь наверх. Но если он держит лучше, вам нужно довернуться на левое плечо, чтобы создать угол. Представьте, что вы снимаете ботинок, вы встаете на плечо, и у вас выходит в начале пятка. Нога идет внутрь, вы сваливаете его таз на себя. Когда таз свалился, прикрываете захваты, прижимаетесь к нему. И третье – это болевой. Сейчас не принципиально, как он держит мою ногу. Начинайте так же. Правая рука идет на колено, левая на стопу. Выводите ногу, подпираете ее своей ногой. Так, чтобы ноге не было деваться никуда. Два варианта его исполнения. Первый. Вы можете отсюда довернуться корпусом, вставить руку внутрь, держась за мизинец, и начать загибать ногу внутрь. Или же вы можете опуститься, сводя бедра вместе, и натягивая большой палец вниз, мизинец, делать болевой. Также можно перехватывать на простой футлок. Yeah.